уважаемые зрители канала ТВ Лайф в эфире. Продолжаем трансляцию с автопробега в Петербурге. Автопробег добрался до Мега Дыбенко. Вот так. И куча машин и участников теперь находится здесь. Множество машин. Видно, с наклейками, с флагами, с плакатами. Доехали до Мега Дыбенко. И дальнейшие действия участников пока непонятно, но дальше будет видно. Сейчас пока трансляцию прервем, потому что снимать особо нечего. А если что-то будет происходить, то, соответственно, трансляция продолжится.